зачем он это сделал. Мы поругались вообще в принципе. Где мужская солидарность? Как можно вообще вот такой... Я молчу. Вот я много чего могу про него рассказать. То, что он говорит вам всем, я знаю на самом деле правду. Но я из мужской солидарности молчу и не говорю определенные вещи. И не буду их говорить. Хотя, умеешь сказать. Ну, раз говоришь А, говори Б. А он, блин, берет на всю страну, рассказывает. Он говорит, я не сказал. Ну, блин, она увидит эфир. И врет еще к тому же. Понимаешь, даже если был бы какой-то косяк, это тоже неправильно говорить мужчине и закладывать мужика. Это неправильно. Привет, я Лёна.